В одном из поселков Октябрьского сельского района Ростовской области 32-летняя женщина попала в поле зрения полиции после того, как ее сын рассказал соседям о регулярных побоях со стороны матери. Также школьник утверждал, что мать частенько не дает ему есть и в целом не относится как к родному. Женщина сняла рассказ мальчика на видео и показала ролик полиции. Источник в правоохранительных органах района рассказал, что видео было снято пару недель назад. Полиция сразу же начала проверку по данному факту. Собеседник добавил, что женщина – многодетная мать, однако на троих детей она лишена прав, и ребята живут с отцом, с которым женщина развелась несколько лет назад. Сейчас у нее второй брак, на четвертого сына, который обвинил ее в побоях, женщина родительских прав не лишена. На данный момент угрозы жизни и здоровью ребенка нет. У матери его на время проверки не изымали. Результаты полицейской проверки будут известны на днях, пояснил собеседник издания. В свою очередь, после того, как сообщение о горе мамаши появилось в сети, проверку начал и Следственный комитет.